Привет, народ, канал «Пока Жеварим». Сегодня мы с вами приготовим очень интересную штуку. Называется яичное карри или яйца карри. Это блюдо азиатское, скорее ближе к Индии, что-то такое. В общем, это яйца в офигенном, ярком, классном соусе, основу которого будет составлять в том числе карри, но не только. Начать нужно с отваривания яиц. Ровно 15 минут назад я заказал эти продукты, и они уже у меня. Яндекс.Лавка, как обычно, выручает, пользуюсь очень часто, меня очень это радует. Я взял яйца фирменные из лавки. Также взял себе несколько вкусняшек, которые я постоянно у них беру. Например, сыр чечил. Самый вкусный чечил официально. Также кайфую от этих йогуртов с малиной. У них есть еще с инжиром и курагой, по-моему. Ну, они сладковатые. Вот эти вот с малиной прямо топчик. Вот. Ну и всякие продукты под сегодняшний рецепт, которые нам пригодятся. А вот, кстати, еще штука, которую рекомендую брать, это соус из лавки с базиликом томатный. Под макароны. Муа. Да и вообще под все что угодно. Сегодня нам это все не понадобится. Это я взял под другие задачи себе домой. Но яйца, которые скоро станут обалденно кайфовыми и ароматными, нам точно пригодятся. В общем, лавку могу от души рекомендовать, потому что я сам лично главный амбассадор лавки. Я сам себя назначил, потому что часто пользуюсь. Готовая еда, продукты, отличный сервис, быстрая доставка. Все, что нужно в современном мире. Ссылочки будут в описании к видео. Ребята, пользуйтесь на здоровье. Там же в описании будет мой промокод, который даст вам скидку 200 рублей при заказе от 1000 рублей. А если вы еще не заказывали и только сейчас вы решите заказать что-то в лавке, то для вас специальная скидка 30%, которая действует на первый заказ. Это очень жирное предложение. Пользуйтесь. Ссылочки в описании. Ну а мы погнали готовить яйца карри. Итак, сначала отвариваем яйца. Ребята, кто не знает, как отваривать яйца, я вам покажу. Берем яйца, складываем в холодную воду. Давайте возьмем 5 яиц. Ну, нам надо 4-5 яиц вот на двух человек. Ставим на огонь, и после закипания я буду варить 9 минут. Вот у меня такая норма, в принципе, через 8 минут они будут готовы. Как варить яйца на канале «Пока Жеварим». Мы с вами пока подготовим лук. Лука нужно много. Вот 2 головки на порцию, на нашу порцию соуса. Дальше уже будет просто соус, ребята. Яйца отварим, и остальное это все соус. Чтобы избавиться от сильной горечи лука, мы его подварим этот лук. Поставим на огонь и поварим минут 5. Лучок сливаем. Какой интересный цвет получился. Теперь он не будет таким горьким. И этот лук мы должны пробить с помощью блендера. Ну, нет блендера, можно мясорубкой воспользоваться. До состояния пюре. Сюда же в блендер мы сразу добавим чеснок. Если бы у меня был свежий имбирь, я бы тоже его сюда добавил. Короче, все, что можно перемолоть, я добавляю сюда. 2 зубчика. Также сюда порошок чили. Тут дело вкуса, но я добавляю чайную ложку. Сюда же сборную приправу гарам масала. Индийская приправа. Что туда входит, можете сами, в принципе, ее собрать. Кориандр, кумин, черный перец, имбирь, листья пажитника. Черный кардамон, гвоздика, мускатный орех, зеленый кардамон, желтый перец, мускатный орех, корица, тмин. Вот, все ингредиенты, которые входят в состав гарам масала. Ну и, конечно, сама приправа карри. Вот такая желтенькая. Тем временем яйца у нас приготовились. Их в холодную воду остужаем и потом очистим. Ну что ж, настало время готовить соус целиком. Ставим на огонь немного масла. Сюда в горячее масло добавляем лаврушечку. Сейчас еще дополнительных ароматов бахнем. 2 гвоздички у меня есть и немного корицы. Но с корицей я перебарщивать не хочу. Отломаю небольшой кусочек и вот сюда добавлю тоже. Сейчас отдадим маслу все вкусы. Хотя бы минутку вот это все вместе пожарим, чтобы ароматы ушли в масло, и потом мы это уберем. Все, друзья. Корица отжарена, лавровый листик отжарен. 2 бутончика гвоздики здесь тоже не нужны. Масло ароматное есть. Мы в это масло отправляем наш пюрированный лук.
Жарим минутку. Теперь сюда добавляем протертые томаты, ну, либо свежие, если у вас есть такие. Я пользуюсь протертыми для соусов. Сейчас все это закипит, все вместе объединится, томаты перестанут быть кислыми, то есть благодаря температурной обработке. Именно поэтому желательно вот всегда томатные штуки нагревать. Тем не менее, щепотка сахара будет вообще не лишним. Так же, как и сбалансировать этот соус нужно по соли. Стаканчик воды сделаем чуть пожиже. Я добавляю сахара, ну вот пол чайной ложечки хотя бы. А вот соли добавлю побольше, около 7-8 граммов. Сейчас соус закипит, на небольшом огне он начнет густеть обратно и станет таким глянцевым и приятным соусом. Соус нужной консистенции, в принципе, как хотите, так и делайте, можно гуще сделать, ну вот так, мне кажется, самое оптимальное, он такой шелковый стал, все как нужно. Все, займемся яйцами. Яйца у нас подостыли. Нужно их просто очистить. Вообще, обычно во всех рецептах яйца кладут вот в таком виде, в котором есть. Но мне кажется, будет неплохо, чтобы побольше соуса в яйца попало. Поэтому я их немножко вот так вот чуть-чуть надрежу. И чуть больше соуса попадет, задержится на белках. Ребята, это мой произвол. Может быть, так никто не делает. А только я один. И теперь начинаем яйца вкладывать в этот соус. Минутку вместе это объединим при небольшом кипении. И можно будет есть. Для подачи и дополнительного аромата используем кинзу. Это классика. Обожаю кинзу. Вот так незамысловато мы сделали с вами индийский завтрак. Это довольно популярное блюдо, и почему бы, да, его не приготовить. Единственное, я не рассчитал соус, мне пришлось тарелку в тарелку вот так вот поставить, потому что, очевидно, если я сейчас начну это есть, да, у меня все будет вытекать. Итак, ребята, ну, яйца. Яйца мы с вами знаем, что такое. Нас этим не удивить. Ну вот соус для нас будет довольно любопытен. Это острый соус. То есть, если вы хотите прям вообще не острое блюдо, можно не добавлять чили, перец и куркумы чуть поменьше. То есть, она аромат все равно даст. Аромат карри никуда не уйдет, он останется. Ну, просто чуть-чуть поменьше. Поэтому блюдо островато, но при этом очень ароматное и вкусное. Идеологически это блюдо чем-то напоминает еврейскую шакшуку, которую я периодически готовлю. У меня дети ее едят вполне успешно. Вот томаты, там лук, все это вместе с яичницей. Это замечательно. Такое блюдо дети у меня есть не станут, пока не вырастут. Вот. А когда вырастут, они будут есть такое блюдо в том числе. Очень вкусно, очень сытно, чертовски ароматно. Я хотел сказать специфически, но на самом деле нет. То есть, в принципе, для наших обычных вкусов этот вкус очень даже подойдет, то есть тут нет какой-то вот прямо экстремальной экзотики. Вот ее здесь нет. То есть это вполне здравое блюдо. Так что попробуйте, приготовьте. Раскладочки оставлю в описании, хотя там ничего сложного нет. Всем пока!